ЖК «Сколковский» был построен совсем недавно, но счастливые обладатели новых квартир столкнулись с серьезными бытовыми проблемами, решать которые ни застройщик, ни управляющая компания не торопятся. Это входные группы, да, они просто не выдерживают, они в полотнах не держат, там трещины идут, они сыпятся. У меня, я сейчас написал в чате, как бы жильцы говорят, да, вот первая секция расшатана, отваливается, вторая, третья, везде. В каждом доме, я думаю, такая же проблема. Входные группы по-хорошему нужно качественные поставить. Входные группы пришли в негодность после нескольких месяцев использования. Виной всему некачественные материалы. Глава округа Андрей Иванов встретился с жителями, чтобы обсудить эти и другие проблемы. В срочном порядке вызвал представителя застройщика. Вопрос с затоплением подземной парковки уже 4 года находится в подвешенном состоянии. Мы на 1 ноября провели полное инъектирование всего паркинга. По всем картам абсолютно. На 1 ноября мы закрыли этот результат и рассчитывали, что он как бы будет положительный. Но, как оказалось, зима достаточно. Сейчас у нас потепление произошло, и как оказалось, что у нас это не результативно, и этот метод не работает. Хотя в целом нас все уверяли, когда инъектировали паркинг, что этот протечки все остановятся. По мнению жителей, система ливневки и дренажа работают неправильно. В результате намокание, разрушение стен, порча машин. Каждый март у нас просто бассейн. То есть машины заезжают и как по озеру едут. То есть также нам не дают документацию о том, что должны быть сливы и так далее. То есть на минус первом этаже еще более-менее нормально есть, куда где уходить. А на минус втором ничего нету. Кроме этого, в последнее время значительно ухудшилось качество водопроводной воды. Периодически из крана идет не вода, а жидкость странного цвета, жалуются граждане. Как только увидите, что она перестала быть голубой, сразу сигнал, мы поехали. То есть здесь будем действовать параллельно и на опережение, потому что управляющая компания пока, я вижу, не очень заинтересована. Глава поручил оперативно взять пробы воды и провести проверку водоснабжающей организации. Не лучше обстоят дела с вывозом мусора и уборкой снега. Больше всего людей возмущает бездействие управляющей компании, ее нежелание идти на контакт. В конце всего, что мы имеем, и мы, и вы, потому что у нас все идет через Центр управления регионами, понятно, что любая ваша попадающая жалоба, ВДС, нами отрабатывается также. Мы трясем управляющие компании, понимаем, что они там мобильное приложение не пользуются, не закрывают. Здесь заваливаются, здесь отписки, здесь через ГЖИ закрывают. Но у нас точно встает вопрос уже не первый раз на наших внутренних совещаниях. А зачем она нужна, эта управляющая компания? Глава муниципалитета предложил задуматься над вопросом о смене управляющей компании. Но этот вопрос предстоит решать самим жителям. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».